Насколько у тебя вот это вот понятие паспорт персоны и ты, вот они настолько плотно переплетены и связаны, что ты вот никак не можешь разорвать эти связи. Слушаюсь, великий мой повелитель. А на деле придешь, она скажет, вы кто такой? Чего ты хочешь? Вот два, опять возвращаясь к двум вопросам. Ты кто? Какие методы есть воли девиц? Ну вот тебе ответ, сам же и ответил. Я за тебя раскладываю, а ты бежишь обратно складываешься вместе. Нестыковочка. Прошлое с будущим не складывается никак. Стой на месте, не двигайся никуда. Останови мысли, останови слова. Замри. Ты можешь представлять интересы персоны? Кто был первый создан, ты или персона? А персона когда создана? Кто первый источник? Ты можешь представлять интересы персоны? Фотография с кого сделана? Чьи интересы представляет персона? А если бы не было персоны, ты бы был? Да ты сам себя запутал, ты, блин, в трех соснах заблудился, вот реально. В двух даже, в двух соснах. Портрет Джоконды с кого написан? А кто может пояснять? Тот, кто несет ответственность, невозможно представлять интересы паспорта. Потому что паспорт – это вещь. У него нету интересов, у него нету воли. Паспорт может на велосипеде ехать? Ко мне кто-то сзади подошел и кувалдой по голове ударил. И у меня какой-то прожектор внутри загорелся. Так вот они у меня включились и больше не выключаются. Ясно стало в голове. За себя отвечаю, а за персону нет. У тебя мозги кипят. Я тебя не просто так мучу. Так найди свою стезю и трудись сам на себя. Кто тебе мешает? Почему ты так не можешь? Я уроки получить, опыт, знания. А ты? Спасти свой кошелек? Угу. А на первом месте что, опыт или кошелек? Вот видишь, у тебя даже кошелек смотрит, то есть у него есть глаза. Ты его уже оживил. Ты одушевил кошелек. Он тебя смотрит. Это не сказки, это реальность. Просто никто не об этом не задумывает. Ты вообще не хочешь, чтобы ты на кошелек на тебя смотрел. Но он почему-то смотрит. Алле. Добрый вечер, Антон. Привет. Зовут меня Александр, я с Каменск-Уральского. У меня 22-го суд, я хочу зайти как живой. И вот есть несколько вопросов, ты уже этот путь серьезно прошел. Тут не складушки у меня в голове некоторые. Можешь дать мне советы? Как твою не складушку разложить и сделать раскладушку? Не складушку сделать, складушкой. А, с кладушкой? Да, ну чтобы сложилось все. А может наоборот разложилось? По полочкам. Может, чтобы разложилось. Ага, слушаю. Ну, в двух словах ситуацию обрисую. В магазине была затыка по маске. Я по 417 постановлению все ровненько прошел. Попросил их предоставить. Они мне предложили салфетку с прорезями. Тут смотрю, сразу заходит уже Росгвардия. Ну, как бы Росгвардия, пойдемте, говорит. Машину к нам пройдем, я говорю, нет, место преступления покинуть не могу, и вызвал полицию. Полицейский попробовал понажимать на меня по поводу протокола, я говорю, стоп. Я вызвал-то вас, мои права нарушены. Короче, написал ему заявление, отдал и ушел. Часа через 4 он мне звонит, мне говорит, вам копию протокола передайте. Я говорю, какую копию, какого протокола? То есть он говорит, заставили меня написать. И задним числом после времени, получается, протокол составили. Я его не видел. Подожди, значит, кто они, кто кого заставил? Ты говори сразу. А то они их заставили, они мне выдали. Кто выдал, кто составил? Говори сразу. Понял. Полицейский, которого я вызывал, протокол не составил при мне. Ну. Принял у меня заявление, я ушел домой. Потом этот же полицейский мне позвонил через 4 часа. Сказал, что его заставили составить протокол, и ему надо передать мне копию. Я говорю, я не в городе. В общем, копию, короче, он мне не передал. Я даже не думал, что они что-то начнут делать в такой ситуации. А тут получаю повестку, получаю, на 22 число у меня назначено уже заседание. Я только с командировки приехал, вот только сегодня ознакомился с материалами дела. И вот тут, наверное, я ошибку сделал. Сейчас я слушал один ролик с парнем, и говорил, он подписал об ознакомлении с материалами дела. Ну, он там хотя бы записки сделал, а я вот это вообще не сделал. Я этого, ну, как-то не знал, не понял, не въехал, видимо. Ты хотя это бы большая проблема. Ты хотя бы от корки до корки сфоткал дело? Да, но я приехал сегодня поздно. Пришел, она начала сразу меня подгонять. Мы сейчас уже закрываемся. И на бегу я сфотографировал некоторые документы. Ну, просто не читаются почти. Многие там разобрать можно, а некоторые вообще не читаются. Не вопрос, пиши заново. Я хочу 21 числа еще прийти, я у нее сегодня спросил.
Документы, говорит, будут здесь 21 числа, я смогу это фотографировать? Нормально, она сказала, да. Не надо ей звонить, пиши письменно. На словах, нет, я на словах она тебе там накатает, что да, мой великий король, слушаюсь, великий мой повелитель. А на деле придешь, она скажет, вы кто такой? Ну, это ладно, это вопрос более-менее технически понятен. Мне непонятен, непонятно по процессу, по самому. Есть у меня вопросы. Ну, вот, например, я зашел в суд как живой, заявился, все, сказал. Ролики я твой смотрел, ты все-таки по делу пояснял. Вот каким образом, если я в процесс не должен зайти, я могу что-то пояснять? И нужно ли мне что-то пояснять? Вот. Тебе решать. А как правильно? Можно ли так, чтобы я сказал, что в документах они направлены все в одну сторону, и то, что я не совершал самого нарушения, нигде там даже не упоминается, а заявить-то об этом нужно? То есть я-то ничего не нарушил. Ты мои видео видел, как я два процесса провел? Да, но я уже что-то, у меня начала информация уже спутываться, много всего. Там с пояснениями я смотрел, потом после процесса, ответы на вопросы, и как-то это даже уже не помогает, я уже начал тонуть информации. Если ты утонул в это в блюдце, то я не понимаю, как ты собираешься ванну принимать. Ну, подобные ситуации у меня были, я сетевым занимался долго. Если есть большой объем информации, сразу он не обрабатывается. А постепенно все разложится. Я надеюсь. Надежда умирает последняя, сказала Вера, стреляет. Так вот, обрати внимание, что там я старался все письменно заранее подавать. И именно в письменном виде все обозначил. А на втором на первом заседании еще пытался там что-то пояснять за персону. То есть ввязывался в процесс на первом заседании. То на втором я вообще ничего не пояснял. Это не я пояснять за него ничего не буду. Все. Так, логически у меня возникает следующий вопрос. Я не встревал, я просто слушал. Если она меня, как живого мужчину, спрашивала, я что-то говорю. И она выносит в конце определение «виноват». Мне надо подать апелляцию, а я как кто ее подать должен в этом случае? Кто виноват? Ну, она выносит, например, решение, что совершил правонарушение, присудить там штраф. У меня уже второй будет протокол. Кто совершил? Кто? В отношении кого она вынесет решение? Персоны. Но? Ну, на эту персону зарегистрирована карточка. Они при этом через судебный пристав спокойно ее тащат, будут обнулять, соскребать с нее. Ну, ясное дело, могут, да. И тут-то, скорее всего, не могут, они так и будут делать. То есть, если она вынесет решение, что правонарушение я совершил, присудит мне штраф, вот тут... А чтобы она не вынесла такое решение, нужно свою волю заявить. Что ты хочешь? Вот два, опять возвращаясь к двум вопросам. Ты кто? Я живой мужчина, и я свою волю изъявил, сказав, что я хочу, чтобы процесс был прекращен. Ты сказал или написал? Нет, я пока просто озвучил. То есть, пока еще ничего не было. Кому озвучишь? Мне или ей? Ну, себе и тебе. А ей ты там, ты уже ходил в процесс, нет? Нет еще. Предстоит? Да. На процессе ты как собираешь свою волю изъявлять? Не совсем понимаю вопрос, как правильно на него ответить. Какие методы есть воли изъявиться? Ну, например, как я это вижу, захожу и говорю, перед началом всего я хочу объявить свою волю изъявления. То есть я ты устно хочешь волю свою заявить? Это будет подано в секретарю. Что так, подано? Слова поданы или что? Я тебе конкретный вопрос задал. Каким образом? Устно или письменно? Я не договорил просто еще. Так это будет не подано. Надо мне это все говорить. Ты мне рассказываешь лишние вещи. Я тебе конкретный вопрос задал. Каким образом? Ты мне начинаешь рассказывать. Беру эту бумажку, несу секретарю или за это что-то там. Это. Ты скажи коротко. Устно или письменно? Письменно будет перед заседанием задано, подано. Ну, а устно сказано в начале заседания. Ну, вот тебе ответ. Сам же и ответил. Так, я уже сейчас не помню, что вопрос-то был поставлен, что на что я ответил. Что? Ну, я просто спутался сейчас. В чем? Я не понимаю, к какому ответу мы пришли и какой вопрос ты изначально стоял. Ну, ты запутываешь, Антон, я серьезно говорю. Да где я путаю? Я на тебя наоборот направляю. Я понимаю, что у тебя-то в голове все сложено. Ты уже это все видишь. Я почему и так спрашиваю. Так я у тебя пытаюсь вот эти твои, как ты говоришь, не складушки, а раскладушки сложить. А ты их все равно это обратно складываешь в кучу. Я за тебя раскладываю, а ты бежишь, обратно складываешь все вместе.
Ну, значит, чего-то не понимаю, не доходит. Ты задал вопрос, а если она вынесет решение? Я тебе начал задавать, а ты волю свою вопрос задал. Ты волю свою собираешься проявлять? А, ну все, вспомнил ниточку. Ну, я письма подал документы перед заседанием, устно объявил, и в итоге подожди, она все равно... Подожди, а? Ты же говоришь, предстоит заседание, а сейчас ты говоришь, в прошедшем времени заявил, подал. Заявлю, подам. Так и говори, что ты в прошедшем времени. Ты вот сам меня в заблуждение вводишь, и себя, и меня. Говоришь, понял, что процесс предстоит, а сам говоришь в прошедшем времени. Нестыковочка. Прошлое с будущим не складывается никак. Так, и что? Дальше что? Какие вопросы? Ну вот, мы поговорили, что я от них в бумаге заявлю свое волеизъявление. Процесс заканчивается, и она объявляет, что правонарушение совершено, и при такой-то, такая-то сумма штрафа. Ни в чем проблема, обжалуй. А обжалую я как человек, или как представитель персоны, я же там вроде как персону не представляю. Вот это мне непонятно, вот это непонятно. Стой на месте, не двигайся никуда. Останови мысли, останови слова, замри. Ты сказал, представляю персону. Давай разберемся вот в этой фразе. Она очень важная. Ты можешь представлять интересы персоны? Ну, вот тут как бы свое понимание, я толком не могу сказать, я еще не очень понимаю тут, как правильно. Так если ты этого не понимаешь и не знаешь, зачем ты об этом говоришь? Я звоню тебе, чтобы спросить, как правильно в этом случае. Ты не спрашиваешь, ты заявляешь, что это, ты рассуждаешь вслух, что я буду представлять интересы персоны. Я тебе вопрос задал. Ты можешь представлять интересы персоны? Я ни разу не сказал, что я буду представлять интересы персоны. Да как не сказал, если сказал? Я сказал, я же персону не представляю там. Да, ну хорошо, так сказал. А ты можешь вообще представлять ее интерес? А вот это я не понимаю. Ну а зачем тогда говоришь об этом, если этого не понимаешь? Понять хочу. Так если хочешь, отвечай на вопросы. Я тебе еще раз вопрос задаю. Ты можешь представлять интересы персоны? Не знаю. Давай разбираться. Нет, давай. Я и хочу там разобраться. Так давай разбираться. Давай. Кто был первый создан, ты или персона? Я. Ну, а персона когда создана? Когда в ЗАГСе бумажку зарегистрировали. То есть после тебя? Да. Кто первый источник? Я. Ты можешь представлять интересы персоны? Теоретически могу. Или не могу? Поясняю еще раз. Сначала был создан ты. Так. Потом персона. Так? Ну. Потом приходишь ты и говоришь, я представляю интересы персоны. Это логично вообще? Что-то я, видимо, подтупливаю, подвисать уже начал от напряжения. Я столько сегодня пересмотрел, уже переслушал бумаги эти, разбирал что-то, видимо, реально подтупил. Вот, Антон, ну реально я не понимаю. То есть теоретически я же могу, я был как бы, я первый. Персона появилась после меня. Но... В принципе, теоретически я могу представлять ее интерес. Ну, например, вот тебе вопрос задавала судья. Ты говоришь, а я тут при чем? Она говорит, а что вы тогда тут делаете? Ну, например, можно сказать, я же генеральный распорядитель этой персоны. Я хочу знать, что с моей с этой персоной хотят намутить. Ну, я так упрощаю. Так же можно сказать? Хорошо, зайдем с другой стороны. Если ты представляешь интересы персоны, то чьи интересы представляет персона? Я не знаю. Или она сама по себе существует? Вот это, кстати, мне вот тут у меня трудность есть растождествление. То есть я себя не признаю же, что это я паспорт, что я бумажка. А ну, вот это вот сочетание, как бы я пришел на суд. Это, хватит дискутировать. Ты отвечай коротко на вопросы. Да, нет, не знаю. Понял, давай будем так. Ну я же понять хочу, я и рассуждаю. Так ты и поймешь, если будешь отвечать коротко. Готов. А ты не пытаешься даже понять, ты начинаешь рассуждать неизвестно о чем, не понимая как. И не даешь мне тебя на правильный путь наставить. Еще раз вопрос задаю. Чьи интересы представляет персона? Ничьи. Как это ничьи? Она что, на пустом месте возникла, раз и появилась? Не понимаю, чьи она представляет интересы.
Когда я что-то знаю и кому-то рассказываю, и вижу, что он не может понять. Короче, на образах поясняю. В паспорте что размещается? Какое изображение? Фотография. Ну? Фотография с кого сделана? С меня. Чьи интересы представляет персона? Мои, получается. Ну, раз она с тебя сделана. Если бы тебя не было бы и персоны. Логично? Угу. А если бы не было персоны, ты бы был? Был. Ну, так чьи интересы ты представляешь? Персоны. Ну, ты запутал меня, Антон. Реально? Ты сам себя запутал. Ты, блин, в трех соснах заблудился, вот реально. В двух даже, в двух соснах. Ну, если я не понимаю, да ты еще мне помогаешь, я вообще перестаю понимать. Ну, в ловушке-то что меня ставить? Я тут вообще на самом деле... Еще раз поясняю. Портрет вот Джоконды... Мне чисто проще было бы понять. Да, ё-моё. Ты дослушай. Портрет Джоконды с кого написан? Джоконды. Чьи интересы представляет портрет Джоконды? Чей образ он отображает? Джоконды. Ну, а Джоконда может это сказать, что я создан на основании портрета. Я представляю образ портрета своего же. Что это сложно, ты сказал? Ну реально, ты в двух... Как ты собирался туда идти, если ты в двух соснах заблудился? Ну теперь уже я понимаю, как получится, так и получится. Так в том-то и дело, что может получиться так, что придут два белых халата, и там вот уже вот конкретно будет получаться. Ну, не хотелось бы, ну а что теперь уже, делать нечего? Чего непонятного? Я вот, блин, вот уже не знаю, куда элементарнее-то пояснять. Вот это... Давай я вопросы задам. Давай, так попробуем, давай. Могу ли я и должен ли я что-то заявлять от персоны, поясняя обстоятельства дела? От имени персоны? Не от имени персоны. Вот тут вот я сам и запутываюсь все время. Я знаю, что я не нарушил ничего, нарушения нет. И если я буду просто стоять, молчать, как живой мужчина, они что хотят там нарисуют, сделают. То есть вопрос у меня, нужно ли здесь пояснить, что я не совершил правонарушение, его не было. Если я это не скажу, это не прозвучит. И они вообще это даже это не появится нигде. Получается, что персона защититься не может. Я от персоны растождествлен, я стою рядом. Ну и все, что хотят, то и сделают. Беда-то в том, что персона к карточке привязана. И они просто состригут свои деньги, и все. Ты решил все вопросы сразу задать? Почему? Далеко не все. Ну так ты что, сам с собой разговариваешь или хочешь от меня ответ услышать? Хочу от тебя ответ услышать. Так задай один вопрос и дай мне на него ответить. А то ты уже 10 вопросов задал и продолжаешь дальше задавать. Ты что думаешь, я помню, запомню все 10 вопросов и поочередно на каждый из них отвечу, что ли? Чего, ну, ты, что за карьер включил? А? Ну, если разделять один вопрос, нужно ли что-то заявлять по обстоятельствам дела? От имени кого? Вот тут я этого не понимаю, вот я это и не понимаю, я об этом и спрашиваю. Так слушай ответ. Слушаю. А то ты уже два вопроса это задал. Если ты начнешь что-то пояснять за персону, то ты, получается, впрягся за персону. Ты буквально сказал, что я за нее отвечаю. Я беру ответственность за персону. Я за нее поясняю. Я имею право за нее пояснять. Я беру на себя ответственность, что я за нее буду это отвечать. Буквально. Если ты будешь отвечать за персону. Тут ясно? Или опять да. Все разжевывать надо? Нет, тут ясно. Но... Так как надо отвечать? От имени кого? От имени человека, живого мужчины. Но... А в деле присутствует живой мужчина? Нет. Ну так а что ты там собрался пояснять-то? Ну это все равно, что к другому прийти на процесс и начать это пояснять за другого. Блин. Вот ты представляешь, насколько у тебя вот это вот понятие паспорт персона и ты, вот они настолько плотно переплетены и связаны, что ты вот никак не можешь разорвать эти связи. Да, что-то, видимо, не созревает, где-то не дозревает у меня что-то.
Я вообще первый раз это давно услышал, но не вникал, и вот тут... Короче, поясняю. Допустим, у тебя есть глухонемой брат, близнец. Угу. Вот глухонемой, это, вот на инвалидной коляске, короче, не говорить, не двигаться, паралич полнейший. Не говорить, не слушать, не это, ничего не может. Вот его это привезли вместе с тобой на заседание. И вот эта черная мантия начинает ему вопросы задавать. Вот этому на коляске, который. Угу. Она ему задает вопросы. А ты за него начинаешь пояснять. Ну, это-то я понимаю. Ну. А кто может пояснять? Тот, кто несет ответственность за брата, правильно? Попечитель или опекун. Это тоже понимаю. Ну. Но финал-то получается, что... Вот смотри, я когда ребенок... Подожди, когда ребенок совершает какое-нибудь это нарушение, кто за него ответственность несет? Родители. Ну, родители являются попечителями, опекунами своих детей. Угу. Ну, родителей накажут. Потому что родители за ребенка отвечают. Так вот, если ты отвечаешь за персону, то ты сам на себя берешь ответственность за персону. Вопрос короткий. Ну. Я не беру на себя ответственность за персону. Но платить-то мне все равно придется. Они вывернут, как им надо. И я привязан к этой карточке. Все равно, не являясь персоной, я к карточке-то привязан. И деньги мои они оттуда просто возьмут. У меня задача-то не дать им возможности. Как бы не дать возможности. Да, не дать возможности что-то выкрутить. Потому что тут вообще нарушения процессуальные у них идут. Протоколом совсем. Ну, если ты до сих пор не понял, то у тебя нет ни имущества, ни денег, ни имени, ни, вообще ничего нет. Все записано на имя персоны. Так, и как поступить в этой ситуации? В какой? Чтобы деньги, они с карточки у меня. Чтобы они не лишили меня денег. Задача-то главная. Ну, ясно, короче, у тебя этот какой-то этот меркантильный интерес. Главное, это, свою денежку спасти. Да он меркантильный, потому что у меня снимут, и ничего не, даже на жизнь не остается. И что? Ну, можно геройствовать там, пузыри надувать. В любом случае, задача-то защититься. Не дать им возможности там рулить по-своему все, что хотят решать. А для чего все тогда? Для осознания. Нет, ну идти, например, в суд не для того же, чтобы просто получить там порку. Кого получить? Порку. Ну, я так образно. А, то есть это ты для этого, что ли, ходишь туда? В смысле? Ну, вот у меня даже мысли такой не возникает. Какая порка? Порка кого и кем? Ну, хорошо тогда, вопрос такой. Вот ты с какой целью идешь в суд? Я уроки получить. Опыт, знания. А ты? Спасти свой кошелек? Как часть, конечно. Как часть. Так, а я еще зачем? Ну, еще чего. Тоже, конечно, получение опыта. Осознание, может, того, что я до сих пор еще не могу осознать. А на первом месте что, опыт или кошелек? Ну вот в этот раз кошелек очень сильно на меня смотрит. Как второй протокол от 15 до полтинника завернут по верхней. Вот видишь, у тебя даже кошелек смотрит, то есть у него есть глаза. Ты его уже оживил. У тебя кошелек живой? Да и Антон, это все игра слов. Я это там... не игра слов, это образ мышления. Все отсюда пляшет. От того, как ты мыслишь. Ну, значит, видимо, на самом деле где-то еще не созревает. У тебя кошелек, ты одушевил кошелек, он тебя смотрит. У меня такое ощущение, что ты с наслаждением находишь ошибки, и над ошибкой именно, с ошибками прям играешь, как жонглер. В смысле? Ну, у меня такое складывается впечатление. А, в смысле, возникло впечатление, что я это, пытаюсь поиздеваться, что ли, вычленить? Не поиздеваться, но как бы форма никак не помогает мне понять. А. Не обличали. Нет, у меня нет такой цели. Не поиздеваться, не ввести тебя в заблуждение. Я просто... это ты сыпешься ошибками. Да я согласен, что ошибок у меня много. Так ты все больше и больше их сыпешь и сыпешь. И я пытаюсь тебя на каждое остановить, а ты это воспринимаешь, как будто я начинаю цепляться за каждое слово. Это я цепляюсь. Это я тебе не просто цепляю, я тебе их выявляю, показываю, разъясняю. А там... Вот в этом так называемом судилище, тебе никто ничего разъяснять не будет. Тебе сразу вынесут решение, и все. И только на основании того, что ты там хотя бы одну ошибку в это сделал. Ясно? Ну вот главное-то я и хотел бы услышать рекомендации, как не сделать ошибки. Да как? Осознавать каждое слово, которое произносишь. А то у тебя вон уже кошелек смотрит, воодушевленный стал. Это что такое?
Ты мало того, что позвонил только из-за того, что тебе дорог твой кошелек, и все делается ради кошелька, так ты его еще и оживил. Ты вот это, как в него, какой-то, ну, я не знаю, что ты там, молишься, что ли, на него? Разговариваешь с ним, я не знаю, может, он тебя слышит, раз он уже смотрит. Но это реально вот так звучит. Для здравомыслящего человека это так, именно так и звучит. А когда ты об этом говоришь и не понимаешь, что ты говоришь, ну это вот и есть, ну, и называется недееспособность. Не осознает, что он говорит. Ясно? Нет, говорю? Нет. Нет? Ну ладно, это я это. Ясно, что я тебя загрузил. Не это, получается это. Не созрел ты еще для этого. Вообще никак. Наверное. Я тебе еще раз поясняю, я уже за это устал пояснять, что тема живых, она очень опасна. Одно лишнее слово и могут с дурку увести. Ну ладно, благодарю, Антон. Что, не буду тебя отрывать? Ну а что благодарю? Давай задавай вопросы, если есть. Ну, блин, не знаю, может, где-то в моей, во мне там самость моя лежит. Но я сам учитель, преподаватель, и всегда очень удачно преподавал, и всех, кого я учил, были довольны понятностью объяснения. Вот я когда слушал разговоры твои с кем-то, тоже там меня вопросы задавали, я уже тогда думал, как у нас, если разговор произойдет, как он произойдет. Он, ну, произошел так, как я и опасался. Я такую форму не понимаю. Она меня сразу напрягает, и я, видимо, перестаю даже вникать. Но на самом деле у меня ощущение такое, как будто ты подлавливаешь ошибки и крутишь их, и крутишь. Ее объяснить, и все, и прошел, ступенька прошла. Спросил, понял, не понял. Ну вот, видимо, я такую форму не могу понять, что ли. Может, я такой. Ну, я не, вот тебе с одной стороны поясняю, с другой стороны, с третьей образы привожу. А ты, ну ни в какую не хочешь понимать. Ну, видимо, не созревшь. Реально. Ну вот, давай вернемся к портрету этой Джоконды. Портрет Джоконды. Ничего, а? Понимаешь, мне вот этот пример, ну ничего не объяснил. Просто ни копейки, ни капли. Он для меня непонятен, в чем его смысл-то, вот этого вопроса. Ну, я тебе и на паспорте пояснял, и на, ну, на паре ты паспорт, и на паре Джоконда и ее портрет. Ну, какие еще могут быть аналоги? Не могу я тут что-то догнать и все. Ну, у тебя образное мышление вообще развито, нет? Ну, вообще, да. Не, может, огромное, но развито. Вот тут давай на дереве с яблоком. Вот яблоня стоит. Вот яблоко может с яблони упасть на землю? Может. А обратно залететь, обратно присоединиться с земли? Нет. Ну? А кто кого породил? Яблоко породило дерево или дерево породило яблоко? Дерево породило яблоко. Ну, так вот яблоко это паспорт. Яблоко это паспорт, потому что оно создано деревом. А дерево это ты. Ты первоисточник. Это я понял. Так если яблоко от тебя отделилось в виде паспорта, как ты можешь представлять интересы того, что создано на основе тебя? Невозможно представлять интересы паспорта, потому что паспорт – это вещь. У него нету интересов, у него нету воли. Ясно поясняю, нет? Ну, это да, это я понимаю. А вот паспорт, персона, может представлять твои интересы. Вот тут поясни. А что пояснять? У тебя есть воля? Да. Ну, а что такое интерес? Вот представлять интересы – это что такое? Да, представлять интерес. Надо как бы объявлять волю того, кого ты представляешь. Ну вот. А паспорт, это, персона может представлять твои интересы, потому что она представляет твою волю, как живого мужчины. А вот ты, как живой мужчина, не можешь представлять интересы паспорта, потому что у паспорта нету воли. Вот тут что-то мелькнуло, где-то ключик прямо тут рядом. То есть паспорт может представлять меня, мои интересы? Да, через бумагу. То есть я могу пользоваться для своего блага тем, что может персона для меня как бы дать решить. Что-то тут вот как-то было с физическими и юридическими лицами. Они же завязаны вместе. Паспорт может представлять мои интересы. Но без меня он тоже этого не делает. Она опять где-то тут у него ни слов, ни рук, ни ног.
пример какой-то приведи, каким образом он представляет мне интерес, просто чтобы я досварил. Кто, паспорт? Да. Ну как? Элементарно, везде и всегда. Пишется заявление от имени кого? Заявление от имени персоны. Ну, ты там что пишешь? Живой мужчина или фамилия, имя, отчество? Ну, большинство как делают? Угу. От имени персоны пишут. Паспортные данные указывайте. Паспорт укажите, не себя, а паспорт. И получается, через паспорт представляются твои интересы. Угу. Ну, дошло? Ну, это-то да. Ну? Я все пытаюсь увидеть, как это применительно к моему процессу использовать правильно. Да что ты замкнулся на этом процессе? Ты сначала в понятиях разберись. Когда ты разберешься во всех понятиях, тебе не важно будет, какой процесс. А если я просто по времени не успею разобраться, а на него в любом случае идти. А, ну да, кошелек-то смотрит. Кошелек-то смотрит? Ну. Но я в любом случае должен представлять, я пришел, сделал вот это, сделаю там следующее, какую-то структуру-то создать для себя. Понимание. Ну ты понимаешь, что вот большинство процессов в жизни, в обычной жизни простых людей, которые вообще не в теме живых, mm-hmm. они именно действуют через паспорт. Почему везде именно паспорт требуют? Потому что для системы живые мужчины и женщины не существуют, ни в одном законе не прописаны они. А там существуют только граждане, физлица, персоны, закон о персональных данных. То есть они неважно, кто к ним пришел, они говорят, дайте паспорт. Только через паспорт вы это, можете какие-то свои интересы проявить. То есть паспорт представляет твои интересы. Логично? Да. Ну, а ты можешь себе представить другую ситуацию? Что приходит паспорт, приносит живому мужчину, паспорту говорят, предъявите живому мужчину. Паспорт достает живому мужчину, кладет на стол и заполняет заявление, а в заявлении пишет, что это живой мужчина такой-то, а я паспорт такой-то, действуя через своего живого мужчины, хочу то-то. Может так паспорт сделать? Конечно нет. Ну вот ответ на тот вопрос, который сам вначале звучал. Можешь ли ты представлять интересы персоны? Ну, я не помню, вы спрашивали, я прямо так, можешь ли представить интересы? Ну, ты произнес такую фразу и не знал на нее ответ. А сейчас ты на этот вопрос знаешь ответ или не знаешь? Ну, то есть, получается, от живого мужчины я просто наблюдаю за процессом, в него никак не вступаю, не встреваю. Как наблюдатель? Получается, задача такая? Ну, вот пересмотри мое второе заседание и посмотри, как я там себя веду. За себя отвечаю, а за персону нет. А, я не помню, в первом или во втором было, где ты пояснял все-таки, что на территорию не заезжал, ты там документы там... Это в первом было. Это в первом было, да? Да. Вот меня вот это и смущало, что ты все-таки... А что смущало? Я могу и так, и эдак, я по-всякому тестирую. По обстоятельствам дела-то все равно ты же пояснял, что правонарушения это тоже не было. На территорию не заехал, знаков не стояло. Вот у меня вот в этом нестыковки-то и были. Так ты переслушай. У тебя нестыковки, потому что ты не услышал. Ты еще раз переслушай, за кого я поясняю. За персону или за себя? Сейчас переслушаю еще раз. Я за себя поясняю. Блин, вот тут стоит момент разделения с персоной. Но за себя поясняешь, ты ехал на велосипеде. Да. Там в документах написано, что Булгаков Антон ехал на велосипеде. Так я же сам вначале озвучил, что я не являюсь Булгаковым Антоном Николаевичем. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Я поясняю за себя, за живого мужчину, хозяин имени Антон. Да, я ехал на велосипеде. Да, я живой мужчина. А, вот у меня уже маленько складывается. Ну, получается. Персона как существует? В виде паспорта только. Паспорт может на велосипеде ехать? Нет. Ну? Вот если бы она ко мне обратилась, Булгаков Антон Николаевич, спросила бы, вы ехали на велосипеде? И если бы я начал отвечать за Булгакова Антона Николаевича, не возразив, что я живой мужчина. Признал бы себя персоной. Вот не то, что признал, я бы ей буквально сказал,
Да, я являюсь паспортом, и я как паспорт, короче, как вещь, как бумага, сел на велосипед и поехал. Звучит как дурдом. Согласен? Да. Ну вот что с таким делать? Ну вот что-то у меня уже маленько прояснения нашлись. Ну вот видишь, а ты хотел завершить разговор. Ну ты меня там затюкал просто. Да не я тебя затюкал. Это я тебя еще не тюкал, ты что? Это я так еще стараюсь с тобой Нет, я имею в виду форму. Я там начал выключаться уже из мышления. Ты на самом деле там жонглировал. Я тебя понимаю, потому что у меня также мозги кипели, когда я эту всю информацию впитывал. У меня такое состояние было, что вот когда я все это узнал, у меня такое ощущение было, как будто ко мне кто-то сзади подошел и кувалдой по голове ударил. И у меня какой-то прожектор внутри загорелся после этого. Вот как говорят там это, как солнечные зайчики в глазах, да, после удара по голове. Так вот они у меня включились и больше не выключаются. Ясно стало в голове. Я бы тоже хотел, чтобы уже ясно мне стало в голове. Тоже охота иногда по ней ударить. Так вот мы с тобой пытаемся разжечь маленький огонек вот этих вот зайчиков, чтобы у тебя там свой собственный свет появился. Чтобы у тебя у самого ясно стало. И все равно еще раз я задам вопрос для особо одаренных, которые из танка и там... Давай, я же слышу, ты там что-то это... Меня интересует вторая стадия. Если первый процесс завершится тем, что признают совершенным правонарушение, надо подать апелляцию. Угу. Вот это нам не доразобрать. Я подаю апелляцию от себя, от живого мужчины. Ну. А решение это вынесено на персону. То есть я опять каким образом здесь получаюсь? Решение вынесено на персону. Ну. В персоне выписан штраф. Я подаю апелляцию, как бы за персону, что ли, получается. То есть меня-то там никто не обижал? Нет, не за персону, а за себя. Потому что, вот как ты правильно сказал, эти приставы это твою денежку снимут. То есть у тебя из кармана буквально вытащат. Ну, конкретно уже они это, видишь, все специально в виде это, электронных денег, карточки сделали. То есть все, в электронном виде это уже от налички типа отказываются. А если перевести на старый язык, то получается они к тебе залезут в карман и вытащат бумажные носители в виде денег. Правильно? Угу. Вот. Именно к тебе, не к персоне. Они же не будут с паспортом разговаривать, потому что у них тоже... Забирать-то будут именно у меня. Так в том-то и дело, что у этих приставов тоже нет осознания. Что судили-то персону, а ты за нее не отвечаешь. Вот у них нет этого в осознании. А у тебя уже есть. В этом и разница. Так вот, чтобы подать апелляцию, тут тоже нет никаких проблем. Ты пишешь, я живой мужчина, хозяин имени такой-то, учредитель и бенефициарий такой-то персон. Я так пишу уже, сколько, 2 года. Антон, пожалуйста, вот проговори дальше. Вот ты сейчас начал, я в принципе как бы вот так же и думал, что я живой мужчина Александр. Хозяин имени Александр. Не путай. Хотя именно Александр, учредитель, бенефициарий. И вот что дальше в апелляции-то? Я не согласен. С чем? Не надо писать, не согласен. Надо, если ты живой мужчина, то, ты должен волю проявлять, а не несогласие. Да, это точно. Я опять уже отскочил. Но апелляция предполагает... Я тебя пытаюсь опять твои эти раскладушки разложить, а ты их опять вместе слепляешь все. Давай я расслаблюсь. Это я мозг расслаблю. Ты привык, что у тебя эти раскладушки все в одном месте сложены? Это для удобства. А оно должно быть все по полочкам разложено. Вот там персона лежит, а вот тут живой мужчина. Ты что, мои бумаги не видел? Все еще не видел. Ну, а тот пакет бумаг, который я говорю, там 20, больше 20 документов. Ну, вот я скачивал 19 запросов, это запросы к ходатайству к суде. Волеизъявление. Волеизъявление, да. Я же не знаю, сколько год их у тебя. Шапку читал? Бегло пробегал. Так в том-то и дело, вы бежите, пробегаете, а потом говорите, а где? А там все написано в шапке. Я физически просто еще не успел все просмотреть. Потому что приехал сегодня поздно, сразу в суд, только пришел сюда. И вот пока звоню тебе, просматривал номер.
Еще и кошелек в спину смотрит. Смотрит собака. Видишь, ты его еще и собакой назвал. Мало того, что он смотрит, так то он, ты его еще и собакой назвал. Он же обидеться может. Я тебе серьезно говорю. Нет у меня кошелька, я все в кармане сзади ношу. Поэтому некому даже обидеться. Ну тебя что, получается, задница, которая смотрит, и еще и является собакой. Ну ты понимаешь, что ты говоришь вообще? И опять сейчас слова какие-то, которые просто прозвучали. Да и... это не просто слова. Это не просто слова. Это кажется, это я докапываюсь до каждого слова. Но я не докапываюсь. Я тебе еще раз поясняю, что я тебе указываю на то, о чем ты говоришь. Как это со стороны выглядит. Это тебе... Я не знаю, как ты это... Вот чему ты учеников учил? Вот такими фразами, такими словами. Какие у тебя ученики вышли? С таким же мышлением? Ну, я по физкультуре, по гимнастике тренер. Там. Но все равно ты же с ними разговариваешь. Ну, нормальные ученики, все довольны, и ученики, и родители их. Ни одного недовольного-то нет. Чего? Когда нас слушают до сих пор, недовольного-то ни одного нет. А. Ну, ты вот тоже я был доволен, пока не позвонил мне. Чего говоришь? Я говорю, ты, скорее всего, тоже был довольный собой, пока не позвонил мне. Довольный собой? Как-то я даже не знаю, надо обдумать это. Я так вопрос не ставил просто никогда даже. Довольный собой. Ну, скорее всего, собой я недовольный. Сейчас или когда? Нет, уже какое-то время я осознаю, что много сделал. Не так много не сделал того, что надо. То есть неудовлетворенность тем, как я жизнь сложил, есть. Все-таки уже впереди-то не так много осталось. Ничего страшного, успеешь. Ну, стараюсь успевать, что успею. Давай по делу. Что еще, какие вопросы есть? Что-то еще было. Да нет, наверное. Достаточно основные, на сегодня? Основные были бы вот эти вопросы. Если будет решение о штрафе с апелляцией, вопрос был. Ну, его как бы вроде немножко я разрешил в голове. Ну и поведение в суде, ошибки, чтобы не допускать. Пересматривая видео. Ловушки, в которые можно заскочить. Просто по привычке, вот так сказав что-то. Так в том-то и дело, я тебя поэтому и ловлю, потому что у тебя настолько вот эти привычки. Все привыкли так общаться и не осознают, что они говорят. А потом удивляются, как так у них кошелек вдруг это начинает это двигаться. Смотреть, гавкать на них. А потому что собакой называли. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Это не сказки, это реальность. Просто никто не, об этом не задумывается. Ну вот у нас один в Каменске уже сходил в суд, как живой. Но правда, как истец, отказали ему. Чего отказали? Я не знаю точно, чего он выступал истцом, по какому вопросу. Сейчас уже, наверное, поздно. Завтра буду с ним созваниваться. Точнее, я как раз перед командировкой меня тут услали на неделю. И оторвали меня от всего. Я приехал сегодня, я вралом, все вралом. Осталось 3 дня. Завтра на сутки уйду. Там воскресенье, рабочий день. Ну ты же взрослый человек. Ты же должен понимать, что в спешке серьезные дела не решаются. Ну а дело-то оно по-любому, если от него не отскочишь. Но все равно есть. На 22 число назначен процесс. Ну, так это не означает, что ты должен, сломя голову, бежать и спасать свой этот кошелек, который смотрит на тебя. Надо сделать все возможное, но не торопясь, а осознанно. А ты что-то позвонил и начал кучу этих вопросов задавать, не слушая ответ на них. То есть ты торопился буквально. Быстрее, 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 давай, я сейчас все вопросы тебе выдам, ты мне дай быстрый ответ, и все, и побежал дальше. Не осознавая вообще, что ты спрашиваешь, что ты говоришь. А там я еще раз говорю, я тебя не просто так, как говорится, мучаю. Я же слышу, ты страдаешь от этого. Прям. У тебя мозги кипят. Я тебя не просто так мучаю. Я тебя пытаюсь понудить осознавать, что ты говоришь, как ты действуешь. Потому что если ты в это состояние не войдешь,
в состоянии осознанности, то там любое слово, любое действие твое в так называемых судах, оно сыграет не в твою пользу. И ты как бы, даже если ты там 99% сделаешь все как надо, все правильно, и допустишь хотя бы одну ошибку, ты оттуда выйдешь и скажешь, да это все херня, но все не работает. Потому что... Я понимаю, что с первого раза, да, наверное, и не получится все правильно сделать, не ошибиться нигде. Да, конечно, нет, у меня же тоже не сразу получилось. Есть у меня тут соратник, боец, он уже и по ЖКХ 14 года не платит, и судился уже и с прокуратурой, и с администрацией, но он на наличке живет. На чем? У него стоянка, наличка, у него карточек вообще нет. У него стоянка, он деньги собирает налом. Поэтому, что бы они там ни принимали, вот у него был тоже 7 числа по 20.6.1, а ему просто насрать. Я говорю, Леха, ты говорю, в курсе хотя бы, что у тебя заседание-то было? Он говорит, да мне похер. И на самом деле они до него просто никак добраться не могут. Ну вот тебе и ответ. А у меня кошелек смотрит. Да потому что у тебя кошелек, он полностью завязан на персону. Все оформлено на персону. Да, и это никуда не откинешь. Почему? Можно? Как? Если знаешь, посмотри. Ну как? У тебя сам только что пример привел. Че, вот раньше все жили за это без карточек, а сейчас не могут, да? Так что ли? Ну тут даже не важно, карточка, не карточка, он работает на себя. Я на работе, даже если я карточки все закрою, приставы присылают на бухгалтерии. Ну, кто тебе мешает работать сам на себя? Трудиться, скажем так. Че? Вот сколько людей есть, только в принципе все могли бы работать на себя. Но никогда не было и не будет. Всегда есть определенный процент людей, у которых в какой-то сфере идет тема. Чего идет? Ну, получается, идет ему, выходит. Вот я сетевым занимался 12 лет. И я видел, как один человек пашет, идет, ну как бульдозер прет, и ничего у него не происходит. Другой вроде и косноязычный, идет, ничего не делает, а результат у него просто... А для меня между ними нет разницы, потому что они оба работают. Разницы-то нет, но просто это показывает, что в принципе дано всем, вернее как, в принципе доступно всем, но дано не каждому. Так найди свою стезю и трудись сам на себя. Кто тебе мешает? Да никто так-то. Но... Это должно... Уж я точно знаю, что я никогда не буду сидеть ни на своем месте и делать то, что я не люблю делать. А получается, если бы что-то было в душе и стремление, я бы давно уже этим занимался. Так подожди, так ты уже занимаешься тем, что тебе не нравится. Тебе же не нравится, что у тебя могут прийти на работу и списать там денежные средства из твоего кармана. Тебе не нравится, что могут залезть тебе в карман через твою персону. Это да. Ну, так ты ничего не делаешь, чтобы этого не было. Я вот 7 лет не работаю и не собираюсь. Почему ты так не можешь? Алло. Я думаю. Ну, я как раз только что про это говорил, что доступно, теоретически доступно, вернее. Ну, в общем, короче, это должно быть что-то, что я понимаю, чего я хочу. Я не вижу сейчас в своей жизни варианта перемены в эту сторону. Не работать где-то на дядю, работать на себя. Ну, не вижу просто. Чего не видишь? Для себя возможности выйти в свободное плавание, чтобы не на дядю работать, а на себя и никому не... Да вопрос не в том, видишь ты или не видишь. Ты сам этого хочешь или не хочешь? Ну, наверное, не очень не хочу. Ну, вот тебе ответ. Все зависит от твоего желания. Если ты не проявляешь свое желание, у тебя нет воли на это. У тебя скорее наоборот... Стоит запрет по воле, что я не хочу сам на себя работать. Я хочу работать на дядю. Смешно-то смешно, а возразить нечего. Так? Ну, как-то да, вот эта тема мертвая, мне кажется, сюда только время тратить сейчас. Какая тема? Рассуждать о ней. О перемене вот, работаем на себя, не на дядю. Мертвая тема? Работать на себя?
для меня сейчас в этой ситуации. А, так это твой выбор. Ты ее сам умертвил. Да. Никто тебе не мешает ее оживить. Я про это говорю, если бы было желание, и разговора бы этого не было, все бы давно было бы уже оживлено. Так, значит, нет. Так в том-то и дело, что ты, с одной стороны, ты не хочешь, чтобы тебя кто-то трогал, твой этот кошелек с глазами, которые смотрят. Ты вообще не хочешь, чтобы на кошелек на тебя смотрел, но он почему-то смотрит. Так он потому и смотрит, потому что он не твой, он больше работодатель, он... Со стороны дяди на тебя смотрит. И работодатель на тебя смотрит, и кошелек, который наполовину его. Ну, ясно, ясно говорю. Это, понятно все ли? Ты там опять не понимаешь, о чем я вообще говорю. Это понятно, но эта тема сейчас бесполезна для разговора. Это затрата времени. Ну, смотри сам. Вопросы есть еще? Нет. Добро тогда. А это вопрос. Могу разместить наш разговор? Да? Добро. Давай, благодарствую за интересный разговор. Благодарю, да что, я не вижу, что он для тебя был интересный. Хотя... Для меня очень интересный. Я впервые столкнулся с человеком, который в двух соснах заблудился. И я чуть было не потерял этот урок. Я приложил усилия, чтобы и неоднократно, чтобы вернуться, удержать разговор и все-таки пройти этот урок. Я надеюсь, что мне удалось до тебя донести смысл. Ну, из тех разговоров, что я слышал до этого, вот я уже выложен в сети, люди как-то прямо, ага, понял, хорошо, ну, чуть ли не раболепно соглашаются. Я рассуждаю, если я не понимаю, я говорю, что я понимаю, а я не увидел там, что люди в какой-то позиции твердой находятся. Ну, может, кому-то будет полезно и такого упертого услышать. Так это не упертость, это ты правильно говоришь. Если не ясно, так и говори. Ты вот правильно сказал. Мне не ясно. Мне эти примеры неприемлемы. Приведи другой. А многие, вот ты правильно говоришь, соглашаются и все, и дальше поскакал. А на следующий день звонят и говорят, и опять одно и то же. И опять приходится по третьему, по четвертому разу пояснять, другие образы приводить, другие примеры. А здесь вот удалось за один разговор тебе все это пояснить. Ну, звонить могу еще, если возникнет вопрос. Конечно. Только не часто. Ну, понятно. Я представляю, сейчас у тебя, наверное, трубка не лежит вообще никогда. Да у меня ухо скоро отсохнет. Я с 6 вечера пытался дозвониться. А, ну вот это ты меня, видать, и таранил. Я тут до тебя с человеком говорил. Мне 5 или 6 звонков во время разговора поступило. Да, это я и звонил. Ну ладно, Антон, еще раз благодарю. Спокойной ночи. Благодарствую. Давай, счастливо. Счастливо.